Здорово всем, ребята, Кентуху на проводе, и прямо сегодня я буду попрошайничать голду у ютуберов. Я из моего основного аккаунта ВКонтакте напишу всем ютуберам и попрошу у них голды. Я выставлю кучу разных скинов, мы посмотрим на их реакцию и посмотрим, кто же из них все-таки не пожадничает и даст голду. И всю эту голду я, конечно, раздам вам. Ну и чтобы получить эту малышку, тебе надо первое — поставить лайк и подписаться на мой канал. Во-вторых, написать любой хороший комментарий, плюс твой ID. И третье, самое главное, я это буду проверять, посмотреть видео от начала до конца без перемоток. Всем желаю удачи. Ну что же, ребята, для тех, кто перемотал, расскажу еще раз. Прямо сейчас я куплю себе очень много скинов MP Simple Ace, выставлю их на рынок за разную цену и напишу абсолютно всем ютуберам, и мы посмотрим, какие же они купят скины, купят ли вообще, и если купят, то купят за сколько. Ну а для начала, ребята, нам необходимо купить абсолютно все скины MP Simple Ace, на каких есть наклейки, потому что я уверен, у меня будут фейки. Поэтому, ребята, раз купил, два купил, ой-ой-ой-ой-ой, просто посмотрите, что я делал, я просто сумасшедший, три купил. 4 купил. Ребята, это только начало. Вы даже не думаете. Я реально постараюсь купить как можно больше. 5 скинов, 6 скинов. То есть надо купить скинов в идеале штук 20. Чтобы я вот, грубо говоря, написал всем сообщение ютуберам. Зашел там спустя, например, день. И посмотрел, во-первых, кто мне что ответил в ВК. Ну, а во-вторых, посмотрел, купили ли скины или нет. Ну, ребят, давайте купим как можно больше скинов. И посмотрим, чем же закончится этот эксперимент. Потому что мне реально очень интересно посмотреть, насколько же у нас все-таки щедрые ютуберы, тем более всю эту голду, конечно же, я раздам вам, моим уважаемым зрителям и подписчикам канала КентаПК. Так, ну что, ребят, я уже купил вроде достаточно скинов, давайте еще куплю, и теперь давайте их продавать. Ну что же, ребята, вот я все подготовил, купил кучу скинов, честно говоря, мне кажется, что нету даже сколько ютуберов, сколько я скинов купил. И прямо сейчас начинается самое интересное, я начинаю выставлять. Вот мне очень тяжело было выбрать цену, но все-таки я подумал, давайте-ка я выставлю. Первый скин 25 голды, но это по-любому какой-то жадина купит. Вот мне кажется, тик-так 25 голды купит, дальше 50 голды, 70 голды. И вы понимаете, что я буду выставлять все дороже, дороже и дороже. 5 минут later. Ну а теперь давайте посмотрим, за сколько же я все-таки выставил скины. 3000 голды, ребят, это реально очень дорого, но тем не менее, а вдруг, а мало ли. 1500 голды, это такая золотая середина. Дальше 400 голды, 600 голды, 500 голды. Ну это тоже такое для начинающих ютуберов, мне кажется, было бы самое то. Но это лично я так считаю. Как будут считать другие ютуберы, я не знаю. Поэтому, ребята, в любом случае это эксперимент, а то и эксперимент, чтобы мы узнали, кто насколько щедрый и кто насколько готов дать голды. Так, дальше мы видим еще за 3000 голды. И вот он, самый другой скин, это 5000 голды. Так, ну теперь мы идем к более дешевым скинам. Это 200 голды, 55, 100, 70, 50 и даже 25 голды, ребята. Представьте, 25 голды. Короче, ребята, прожимайте лайк, а мы начинаем. 5 минут later. Ну что же, ребята, прямо сейчас мы пишем рекламный текст. Привет, бро! Прямо сейчас снимаю видео, попросил у 100 ютуберов голды. Если есть желание поучать... Не понял, а чё, КентаПК с ошибкой написал, да быть такого не может. Ой, ля, мих, да скин купил. Я еще сообщение отправил, скин уже купили. Я просто ору так, ребят, сейчас еще один скин за 25 голды выставим. Я просто в шоке. Слушай, может даже ютуберам мне надо отправлять? Просто так все покупают подписчики. Так, все, читаем. Привет, бро, прямо сейчас снимаю видео, попросил у 100 ютуберов голды. Если есть желание поучаствовать, можешь купить совершенно любой скин и что-то передать видео. Хорошего вечера, бро. Если этого скина нету, значит его уже купил кто-то до тебя. Все, ребята, переставляю вот этот скин и погнали отправлять ютуберам. Ребят, я еще решил написать строчку. Если не хочешь, можешь просто проигнорить это сообщение, потому что вдруг некоторые ютуберы, ну, не зародят сейчас это видео, это тоже вполне нормально. Так, ребят, у меня ровно 237 тысяч голды, я ровно сравнял, и мне очень интересно, сколько же у меня будут голды в конце этого видеоролика. Все, ребята, погнали отправлять сообщение ютуберам, и первый, с кого я начну, это, конечно же, будет ТикТак. Вуаля, а вот я и отправил всем сообщение. Ребят, даже уже пришел один ответ. Короче, смотрите, кому я написал? Я написал Програзнику, Мамонту, Скиллу, Амиру, ТикТаку, Абовину, Капитонову, Юроксу, Рашу, Мафиознику, Ланетке, Смаги, Вэлзу, Нави Тренеру, Энигматику, Рашу, Рику, Ивантезу и Сафику 134. Короче, ребят, написал абсолютно всем ютуберам. Будем ждать ответа, потому что мне реально очень интересно, чем же все это закончится. Ребят, прошло буквально 5 минут, а у меня уже купили кучу голды и куча ответа пришло. Давайте обо всем по порядку. И первый, кто купил скин, это Энигматик, он очень смешной, и он пишет: «У
типа 240 галды на счету, и он просит голду. Энигматик, братишка, тебе большой привет, ты реально первый, и ты большой молодец, 500 голды для тебя это очень много, потому что у него всего, у самого осталось 40 голды, он отдал практически все, за это ему респект. И он еще написал, что я нуб, но на самом-то деле, кто обзывается, тот сам так называется, ага. Блин, ребята, я понял, что надо всем говорить спасибо, потому что мне Энигматик такой пишет, эх ты, кентуха, даже спасибо не сказал. Большое спасибо, но если что, еще раз повторюсь, вся эта голда пойдет подписчикам. Блин, ребят, такого ответа я не ожидал. Отвечает мне, короче, проказник. Была бы голда, ахахахаха. Мне аккаунт забанили. Братишка, за что тебя забанили? Может, тебе какая-то помощь нужна? Может, тебе саму голда нужна? Давай, без проблем, я тебе дам голду. Хариса, мне не жалко. Так, ребята, пришел ответ от Абомина. Он пишет, блин, брось, сейчас я могу зайти в станок. Я ему пишу, в течение суток можно. Да, ребят, надо было еще в том сообщении указать то, что время на все это одни сутки, чтобы ребята не думали, что надо купить прямо сейчас. Пришел еще один очень интересный ответ от Мамонта, он просто написал «да». Я не знаю, что это означает, но, возможно, он купит скин. Посмотрим. Также Раш тоже пообещал купить, но немножко попозже. Ребят, все отлично. И мне даже отправили одно голосовое сообщение. Давайте послушаем. Я сначала подумал, что за бред. Думаю, какой-то фейк. Это наш тренер. Ты что, серьезно? Ты что, решил блогеров уже заскамить на голду? Кентуха, писем тебе в ухо, ты что? Короче, сижу я себе такой спокойно, и мне кентуха пишет, привет, бро, прямо сейчас я скамлю ютуберов, попросил у 100 ютуберов голды, и если есть желание поучаствовать, так сказать, чтобы я тебя на твою же голду заскамил, то купи у меня один скинецкий хотя бы за 100 голды. Ну, конечно, человек прошаренный, я куплю только за 100 голды. А где скины? Ага, вот он. Покупаем в нос. Так, кентух, когда на 100 голды всех этот... Я раскрыл твой секрет, когда на 100 голды всех этот, заскамишь, поделишься, пожалуйста, кентух. Все, покупаем. Кента, пока. На проводе. Пока. Блин, слушай, братишка, спасибо большое даже за видосик. 100 голды. Нормально, пацан, нормально. Так, ребята, пришел ответ от Рика. Ты на бобер. Один раз ты уже повелся на эту фигню. Что потом? Попросишь, чтобы я титьки свои скинул? Рик пока что так ответил и ничего не купил. Ну а мафиозник вместо 1000 слов просто мне отправил этот стикер. Даже не знаю, что это означает. Мне кажется, он задумался. Но ничего страшного, ребята, ждем ответ. Ну а сейчас вы, ребята, просто будете в шоке не меньше, чем я. Потому что самый богатый ютубер, самый крупный трейдер, это Стэнли. И знаете что? Он купил один из самых дешевых скинов. Он купил скин за 100 голды. Но в любом случае ему большое спасибо, потому что он ничего не обязан покупать. Просто Стэнли, братик, тебе респект. Ну а сейчас, ребята, вы узнаете, кто у нас еще слился. Пишет, короче, скилл. Привет, Илюх, пока нет возможности. Возможно, нет возможности, потому что он не за ПК. Возможно, нет голды, а возможно, он просто не хочет. Но в любом случае, тоже спасибо, то, что ты ответил. Ну а теперь пришел ответ от главного стрим-снайпера Ютуба. Он пишет. Слышь, шляпа, какой тебе бро? Ладно, чуть позже куплю. То голду подписчикам раздай шляпку. Ну, короче, как обычно, ну, будем ждать. Ребят, прошло только полчаса, а у меня уже 536 голды сверху, то есть в сумме 237 536. И это только полчаса, дальше будет только интересней. Ну что же, опять плюс голда, ребят. Не прошло реально и 40 минут, снова еще один ютубер купил голду, это у нас уже Вэлс. Он написал, Вэлс не жадный, Вэлс просто Вэлс, а кто не Вэлс, тот не Вэлс. Ну короче, я ничего не понял, но плюс 200 голды от Вэлса, братишка, спасибо. Ну а самый дешевый скин у нас купила Анетка. Она купила два скина, один за 35 голды, второй за 30 голды. Ребята, просто внимательно посмотрите, что она написала. Я хотел купить за 3к, но видела твой баланс и передумала, так что ПЖ, купи у меня скин, я буду послушать. И знаете что? Она еще вместо этого сама у меня попросила, чтобы я у нее купил скин. Обалдеть! Анетка, не наглей. Короче, ребята, перед сном решил еще раз зайти в стендов, посмотреть, кто что купил, потому что мне много ютуберов отписало. И знаете что? Рынок закрыт на учет. Ну просто что за наказание? Я уже 2 дня снимаю это видео, никак не могу снять из-за этого гребаного рынка. Короче, ребята, всем привет, уже 2-й день у меня, ну, у вас это до сих пор одно сплошное видео. Короче, ребят, есть новости. Мне отписал Рик и написал то, что он купил скины. Я зашел, чекаю историю, а в истории скинов Рика нету. Походу, Рик купил у фейков, притом он написал, что он купил целых 2 скина. Рик, братишка, ты чё? Короче, большое спасибо Рику, я жду, чтобы он писал и написал, сколько голды он всего потратил, потому что мне очень интересно. Ну, а сейчас будет еще одна очень важная новость, потому что, ребята, ютубер Бикс
купил, мать его, скин за 1500 голды. Я просто в шоке, почему самые бедные ютуберы покупают самые дорогие скины. Бикс, братишка, большое тебе спасибо, и давайте зачитаем его сообщение. И написал: всем зрителям Бикса передавай привет. Я просто в шоке, реально дал очень много голды, большое спасибо тебе, мир. И в конце концов, на данный момент у нас уже плюс 2000 голды, 239 тысяч голды. Также отписал ютубер Сафик, и он сказал то, что он проект в донате. Я просто не знаю, как это расценивать, короче, ребят, ждем донат от Сафика. И все это переводим в голду. И плюс еще вроде бы как сегодня должен купить Тик-Так, возможно, Добовин, Ерокс и Раш. Все, ребят, будем ждать. Пацаны, только что пришел донат от Сафика, 1000 рублей. Это в переводе примерно равно 1500 голды, даже больше. Пока что у нас Сафик топ 1. Также, ребята, Сафик нам записал видео, но, к сожалению, видео нету звука. Я думаю, он тут сказал что-то по типу: кентуха, чтобы 1000 рублей вернул после видео. Ладно, жучу. На самом деле, Сафик, тебе большое спасибо. Все, что ты хочешь написать, можешь писать в комментариях. Я думаю, подписчики будут только за. Ну что же, ребята, это уже третий день съемок. И прямо сейчас в финале в итоге у нас 242 тысячи голды. Ну а прямо сейчас вам покажу, кто же еще купил скины и за сколько. Вы просто будете в шоке, потому что я такого точно не ожидал. Ну а дальше, ребята, у нас пошел Ивантес. И он даже не принялся, он даже снял видосик. Давайте смотреть. Просто тебе 400 голдишки, выкупаю. Спасибо, у тебя братишка, скинчик. Все, выкупил, получается. Ну, красава, сорянчик, бро. Как бы, больше дать не могу, потому что... 400 голды тоже очень-таки неплохо. Ну, братан, конечно, все. Надо контентик делать для ребяточек. Кстати, на Ивантезика можно подписаться, если что. А меньше, как бы, я решил. Я сейчас, кстати, да, как подумал. Большое спасибо всем ютуберам за участие. Вы реально большие молодцы. Мне очень приятно. Посмотрим, сколько ты насобираешь голды, сколько тебе удастся заработать. Будет интересно, на самом деле. Поэтому ссылочку потом надо прислать. А лучше нажать колокольчик, чтобы вы не пропускали видосы от Кента АПК. Ну, а меньше всех голды дал Лобовин. Не, братан, это нормально, то есть, и вы не думайте, ребят, каждый дает сколько он хочет, это ничего не значит. Спасибо тебе большое, Абовин дал 40 голды, и большому спасибо за участие. Ну а дальше, 600 голды нам дал Ерокс, это очень хорошая сумма, и большое ему спасибо, ребят, и даже отправил сообщение у Кента 3 СМИ и отправил такое голосовое. Всем привет. Братишка, спасибо тебе большое за участие, мне очень приятно, реально, всем ютуберам огромный респект. И вообще, ребята, у меня спросят, кентуха, а почему ты снимал это видео целых 3 дня? Ребят, ответ крайне прост, потому что Тик-Так этот говнюк купил скин только на 3-й день. Но зато он купил за 1000 голды, это реально большая крупная сумма, потом братуха писает его, это стрим-снайпер Галима, который мышки не доводит. Ха-ха. Спасибо тебе большое за участие, бро. Ну а прямо сейчас вы, ребята, узнаете, сколько же мы всего заработали за съемки данного видеоролика, потому что сумма получается очень кругленькая и там далеко не один нож. Ребята, внимание на экран. Ну и конечно же на ваших экранах вы, ребята, видите турнирную таблицу. И я скажу честно говоря, я просто в шоке, потому что первое место занимает Сафи, который нахрен вообще уже 2 месяца не заходил в стендов. Дальше Бикс, который тоже ушел из стендофа. Дальше Тик-Так занимает 3-е место. Ну это и так понятно. Ерокс, Энигматик. Энигматику прям отдельное спасибо, потому что он потратил всю голду, грубо говоря. То есть у него 40 голды осталось на счету. Поэтому ему огромный респект, потому что он реально очень самоотверженно отнесся к этому. Я думаю, так не стоило даже делать. Ивантес 320 голды, Вэлл 160, Навитренер 80, Стэн 56, у которого нахрен 1 000 000 000 голды на счету, который супер трейдер. Анетка 52. Анетка это просто капец, если не лично переговорю. И Абовин, у которого 10 голды на счету. Но я, ребят, еще раз повторюсь, что это все было сугубо добровольно, это просто был эксперимент, сколько не дадут, поэтому не надо никого обзывать, никто не жадина. Большое, наоборот, спасибо всем ютуберам, потому что они поучаствовали, это было очень забавно, очень весело. Особенно Рик, это просто же зачем, там еще покажу переписку, вы охренеете. Он написал то, что я купил 2 скина. Я думаю, в смысле, он купил 2 скина? Перепроверю, смотрю, он ничего не купил. Потом он пишет: я так и знал, что ты не бобер. Поэтому я пошел на опровержение и заранее не купил 2 скина. То есть уже не купил 2 скина. После этого он мне отправил картинку, переиграл и уничтожил. Я ему пишу: ты пьян. Он пишет: вот это я купил. А это купил Энигматик. Короче, Рик, блин, ты реально очень позитивный тип. Ну и самое интересное, сколько же мы заработали в итоге. В итоге, ребята, чистыми я на руки получил 500 голды. Ну и конечно же, ребят, вы даже не думайте, я эту голду себе забирать не буду. Поэтому, пожалуйста, напишите, кому нужна эта голда и на кого ее потратить, как вы считаете нужно. Ну, ребят, прямо сейчас пишите, пожалуйста, в комментариях. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. С вами был ваш Кентуха, всем удачи, всем пока.